мой выбор на сегодня – платье Фанни. Конечно, ни для кого не секрет, Лер, что это бирюзовые оттенки, но у нас в коллекции для вас есть еще два цвета, помимо моего любимого. Да, конечно, любимый выбор нашей Арины – бирюза. Даже не обсуждали перед эфиром, какой цвет. Я просто подошла и взяла. Да, это было очевидно, скажем так. Ну, а у нас есть на самом деле еще два цвета на выбор. Есть у нас белый цвет. И есть у нас яркий синий цвет василек. Вот они, все три цвета на выбор. Вы можете выбрать именно тот, который больше всего нравится вам. Ой, действительно, нравится, наверное, много оттенков. Хочется поделиться еще и с вами вашими ощущениями, потому что, Лер, очень мягкое полотно, очень приятное полотно. И такое вот действительно, оно плотное, но не добавляет лишнего объема. Да, совершенно ты права, Ариш. Очень хитро полотно наше выполнено. Ощущение, что это действительно объем. Вообще даже очень похоже на жаккард. Ведь жаккардовое плетение здесь и используется. Но вы только посмотрите на эти роскошные фигуры. Полюбуйтесь на наших красавиц. Наши танечки выбрали для себя синий и белый цвета. Давайте сейчас и о размерах вам расскажу. Наша блондинка Татьяна носит 48 размер. Платье выбрала в 50 размере. Это я к тому вам, что сразу нужно выбирать его на размерчик побольше, рекомендую. Посмотрите, оно тянется, оно комфортно садится по фигурке, но, тем не менее, мы ведь не хотим с вами, чтобы платье нас уж слишком перетягивало. Мы хотим, чтобы мы выглядели с вами роскошно. Поэтому забираем это платье на размер побольше. Тем более, что уже с 54 размера у нас удвоенные размеры. Смотрите, 54, 56, 58, 60. Платье Фанни находится у нас в лимитированной коллекции, поэтому нам пришла ограниченная партия. Если вам нравится это платье, если вы выбрали свой цвет белый, синий или бирюза, прямо сейчас заказывайте. Вот что мне нравится, Лер, что каждое из этих платьев может быть как нарядным, так и повседневным. Да, совершенно ты права, Ариш, абсолютно легко платье трансформируется. Конечно, в зависимости от того, какие мы подбираем к нему украшения или, возможно, жакеты, жилеты, а платье-футляр позволяет подобрать к нему еще какие-то комплекты. Давайте чуть-чуть ближе посмотрим на фактуру, увидим вот эти вот объемные цветы, вот такие розы по нашему полотну. На самом деле, само по себе платье уже нарядное, но при этом очень-очень комфортное, мягкое. Вискозный трикотаж в основе, который дает нам вот такой вот эффект. Выглядим с вами роскошно, чувствуем себя комфортно. Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Главное только успевать делать свои заказы, ведь платье у нас находится в лимитированной коллекции. Лер, я, пожалуй, со своим платьем в честь этого расставаться не буду. Вот это правильно, тем более, что тебе очень идет. На самом деле, потрясающие платья-футляр, вот они всегда хороши тем, что, во-первых, всем подходят типом фигуры. Во-вторых, у нас такие цвета подобраны, посмотрите, василек, бирюза и белый, которые еще и всем цветотипам подходят. То есть вам осталось выбрать только свой размер и цвет. По поводу размера, напомню еще раз, выбираем на один побольше. Да, выбрать легко, потому что от 48 до 60, а с 54 у нас удвоенная размерная линейка. А что касаемо ухода за этой роскошью, здесь все очень просто. Такое платье мы можем себе позволить с вами стирать совершенно легко. Хотите в ручном режиме, хотите на деликатной стирке в стиральной машине. 30-40 градусов – это тот режим, который вам подойдет. Если вам захочется его немножечко прогладить, делайте это, пожалуйста, с изнаночной стороны. Ведь это так просто, просто легко ухаживать за любимым платьем, платье, которое вас хранит, которое вам подходит и которое еще и экономит ваш бюджет.